хотел бы сделать такое предсказание или пророчество, можно сказать, о судьбе Путина. Считают, что Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, умрет во второй половине 2021 года. И эта смерть будет трагическая, так сказать, от какой-то катастрофы. Это может быть авиакатастрофа, или может быть какая-то другая. На то, что он умрет в 2021 году во второй половине, это однозначно. И нужно россиянам и российскому обществу готовиться к тому, что во второй половине 2021 года лидера нации, самого лучшего президента России, больше не будет в живых. Нужно готовиться к похоронам и избранию нового президента, если это получится. Иначе катастрофа. Но то, что смерть Путина будет трагической и страшной, это неизбежность. Увы.